Сейчас мы будем собираться идти на парад. Мир! Да, мир! Ты знаешь, что такое парад? Да. Мы приехали на парад. Мы на центральной улице. Время 9:20. А людей нету! Где люди? Люди! Вот это да! Нету никого на центральной улице, где должен происходить парад. Мы будем искать народ. Мир, а где все люди? Нету никого. Это что за праздник такой? Там будут люди? Ну, пойдем поищем, где же все люди? И где парад? Очень интересно. Будем следить за процессом. Вот мы нашли народ. Что-то ближе похоже на праздник. Вот дети. Пойдем сюда, сынок. Ну, мы не могли пройти мимо горки. Мироша увидел. Кака. Кака там? Ну, иди катайся. Молодец. Мир, ну вставай, зай. Я здесь. Аккуратно. Ты сейчас весь грязный будешь. Все, молодец, да. Ту-ту. Мы пришли покушать. Оказывается, парад в 11 начинается. Поэтому мы приехали еще рано. Мы решили покушать, перекусить, да? Мироша будет кушать сейчас фри. Фри! Ху-ху! Это нельзя, это для взрослых. Сейчас твой сок принесут, зайка. Ю-ху! Мы будем здесь ждать парад. Мирка! Мой король! Ты сейчас будешь кушать картошечку? Да! Все, мы вышли. Идем дальше, да, Мир? Мира! Мира поел, сил набрался. Не смогли пройти мимо. Купили майку Мирону. Мы пока ждем парада, да, мы тут скупим половину. Что, это кроватка? Ух ты! Это стол. Ладно, идем дальше. Народу уже все прибавляется. Вот переходим дорогу, дорога, дорога. Здание построено. Ага. Да, так быстро, да, его построили? Ну да.
Сейчас пойдем на главный, на драмтеатр. Там у нас всегда все происходит. Основное. Посмотрим, что там. Ой, мы прошли сюда через металлоискатели. Стояли в очереди. Только прошли, чтобы увидеть поближе. Ну, наверное, мы эту церемонию так... И не увидим. Мирка устал уже. Зачем мы сюда пришли? Зачем мы сюда зашли, непонятно. В общем, вышли мы оттуда, потому что внутри в два раза больше народу, вообще ничего не видно. И мы стоим здесь. Ждем. Ждем. Все, мы пошли в сторону парка. Не будем ждать эту колонну. Потому что Мирошка уже устал. Он хочет в парк. Ну, надеюсь, мы еще застанем шествие. В общем, деткам парад, не парад, все на горке. И в итоге мы опять вернулись на горку. Сейчас покатаемся и пойдем уже домой. У Мироши одна радость – площадка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вот такое наше 9 мая. Всем пока! Ну правильно, а чё ты так расстроился? Оба! Она батут прыгать! Смотри, видишь, девочка ползет.